Вот это вот кошка, там мой номер. Все, пойдем гулять. Тут, кстати, довольно хорошее место, потому что есть много кафешек, обеденных, я не знаю, как это назвать. Есть магазины обслуживания. Хотя некоторые, наверное, уже сейчас закрылись. Когда я сюда приехала, я увидела вот эти вот часы. Сейчас, конечно, это особо не видно. Когда я увидела эти часы, они мне напомнили «Назад в будущее» фильм. Вообще мне здесь все напоминает. Фильм «Назад в будущее». О, тут даже бассейн есть. Но что-то я не хочу в этот бассейн ходить. Судя по мотелю. Бассейн очень, наверное, много хлорки. Я когда зашла в номер, я просто офигела от запаха, который был там. То есть там хлоркой, мне кажется, все полили. Все полили, что можно было хлоркой. Ну, это вот такой вот отельчик. Мотельчик. Ну, что, не дешево сердце-то. Тоже надо когда-то, тоже надо посмотреть такую сторону жизни Америки. Хотя в этом есть какой-то... Не знаю, какой-то флёр, колор, амор. Так, нет, тут я, наверное, не пройду.